Полицейские от задержали два автомобиля, в которых незаконно перевозили горючие смазочные материалы. При выезде из территории Макадского района полицейские остановили две автомашины-газель. В ходе проверки у двух водителей 1984 и 1992 года рождения не было никаких документов в отношении груза общим весом 6,6 тонн. Была назначена экспертиза горючих смазочных материалов. По данному факту проводится досудебные расследования по статье 100. Девяносто семь Уголовного кодекса Республики Казахстан транспортировка нефтепродуктов без документов, подтверждающих их происхождение.